Критерием, по каким критериям будете оценивать? Внешность, безусловно. Волосы, чтобы уложены были хорошо. Не просто вот патлы висели, да, не индеец. А уложенные, обязательно прическа, ухоженные волосы. Фигура, никакого целлюлита. Я хорошо понимаю, в ногах. Я сама носитель неплохих ног, уже 50 лет. Вот, и поэтому ноги видны сразу. По ногам очень много определяется, по походке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.